В эфире экстренный выпуск новостей. Поражающее воображение событие произошло сегодня утром на Ближнем Востоке. В Израиле исчезло все еврейское население. Все попытки связаться с официальными представителями государства результатов не дают. При этом никаких разрушений в стране не наблюдается. Вчера мы искупались в Средиземном море, настроение у всех было отличное. Отправились спать уже далеко за полночь. Сегодня утром нас должны были разбудить к завтраку, но все как будто испарились. Пока информационные агентства и аккредитованные дипломаты безуспешно пытаются связаться с официальными представителями Израиля. Телефоны молчат, на улицах ни души. Ученые не в состоянии объяснить это явление. Аналогов в человеческой истории никто найти не может. Самые горячие головы уже прозвали исчезновение евреев вторым исходом. Тем временем на улицах палестинских городов царит атмосфера радости и веселья. Повсюду раздают конфеты. Люди собираются на импровизированные митинги. Они называют случившееся великой победой палестинского народа. Мы ждали этого момента 60 с лишним лет. Аллах вознаградил нашу борьбу и терпение. Теперь у нас начнется счастливая жизнь на собственной земле. Официальные палестинские власти пока никак не комментируют происходящее, но наши источники сообщают, что в министерских коридорах в Рамале царит полная растерянность, а в секторе Газа функционеры Хамаса торжествуют. Палестинское сопротивление победило. Мы боролись, и мы победили. То, что произошло, это чудо, которое сотворил Аллах. Я не знаю, куда делись евреи, но отныне эта земля будет принадлежать мусульманам. Слава Аллаху! Однако джихад продолжается. С помощью Аллаха мы будем добиваться победы ислама во всем мире. В Нью-Йорке в эти часы проводит свое внеочередное заседание Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Уже принято решение отправить на Ближний Восток специальную комиссию, которая займется выяснением обстоятельств исчезновения евреев из Израиля. О других новостях дня. В Азии сегодня наблюдали солнечное затмение. Дневное светило оказалось практически полностью закрыто луной. Тьма поглотила свет. Это очень тревожный знак, и вскоре нас ожидают большие беды. А теперь программа «Форум», в которой авторитетные религиозные деятели, ученые, философы высказывают свою точку зрения на мировые события. Исчезновение евреев – это дар Аллаха, мы должны благодарить его за это в молитвах. Но нельзя забывать, что подарок этот Аллах волен дать, а волен и забрать. Евреи могут вернуться в любой момент, и мы должны быть готовы к любому повороту событий. С момента таинственного исчезновения евреев из Израиля прошла неделя. Однако никакого разумного объяснения случившемуся не найдено. В Нью-Йорке в эти часы продолжается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. А накануне в Совете Безопасности прошло голосование по предложению стран Запада ввести на бывшую территорию Израиля войска ООН, чтобы не допустить эскалации насилия в регионе.
предложение не было принято. Своим правом вето воспользовались делегации Китая и России. В итоге была принята резолюция, призывающая все стороны соблюдать сдержанность. Из Палестины по-прежнему поступают тревожные известия. Сегодня в еще недавно ухоженном Тель-Авиве не осталось ни одного целого окна. Тысячи палестинцев, приехавших сюда из сектора Газа и других палестинских территорий, по-прежнему заняты грабежом и мародерством. Повсюду пылают пожары, то и дело слышны выстрелы. Силы правопорядка даже не пытаются остановить погромщиков. Поступают противоречивые сведения о гибели дипломатических работников иностранных государств. В арабских городах бывшего Израиля тоже неспокойно. Вступившие в города террористы прямо на улицах устраивают расправы над арабами, бывшими гражданами еврейского государства. Мы мучились, боролись за освобождение Родины, а они пользовались всеми благами, которые предоставили им евреи. Нам все равно, арабы они или нет. Если они ездили на израильских автобусах, покупали у евреев, работали на сионистов, платили Израилю налоги, значит, они сотрудничали с врагом и должны быть ликвидированы как предатели. Впрочем, сегодня в Палестине можно услышать и более сдержанные голоса. Профессор из университета Бирзейт Саид Абу Мунир призвал бережно относиться как к духовным, так и к материальным ценностям, оставшимся после евреев. Мы обязательно должны сохранить еврейские университеты и лаборатории. Нельзя ничего разрушать. Это подарок судьбы, который мы должны использовать в своих целях. Вчера в Иерусалиме, в старом городе, бесчинствующая толпа захватила христианский квартал. Несколько священнослужителей были убиты. Сегодня мы хозяева. Что хотим, то и будем делать. На этой земле будут стоять мечети, поэтому здесь не должно остаться ничего, что напоминало бы о присутствии здесь неверных. Теперь, когда евреев нет, нужно закрыть доступ на храмовую гору всем, кроме мусульман. Так же, как это сделано в Мекке. Иерусалим тоже святой для ислама город, поэтому и правила должны быть одинаковыми. Неверным здесь не место. Официальный представитель администрации президента палестинской автономии в Иерусалиме обвинил руководство Хамаса в попытке вооруженного восстания против законной власти. Я обращаюсь к мировому сообществу с призывом поддержать нас и не позволить мятежникам из Хамаса захватить освободившиеся территории. Эти земли должны перейти под контроль законного правительства Палестины, сформированного движением «Фатх». Сотрудники ООН в секторе Газы сообщают, что все склады с гуманитарной помощью за последние несколько часов были разграблены, а египетские пограничники заблокировали КПП «Рафиях». Также к берегам Газы подошел египетский военный корабль. Атмосфера всеобщего ликования постепенно сменяется тревожным ожиданием. Евреи известны своей хитростью. Наверняка это какая-то ловушка в их стиле. В прошлом они уже не раз оставляли нас в дураках. Многие сейчас бросились искать оставленные израильтянами сокровища. Но я лично думаю, что прежде чем исчезнуть, они их где-то спрятали. Верховный муфтий Палестины Ибрагим Мудайрис выступил сегодня в Иерусалимской мечети Аль-Акса. Что сегодня осталось от Британской империи? Если Аллах захочет, он уничтожит и Соединенные Штаты. Мы, мусульмане, когда-то правили миром, и мы будем им править снова. Настанет день, и мы будем управлять Соединенными Штатами и Великобританией. Мы будем править всем миром. На заседании Евросоюза в Брюсселе сегодня была принята резолюция с призывом к мировому сообществу открыть новую страницу в истории межгосударственных и межконфессиональных отношений. Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики заявил, что Европа серьезно обеспокоена судьбой 6 миллионов израильских евреев. Но у этой ситуации есть и положительные стороны. Этот день войдет в историю как точка примирения между западными государствами и мусульманским населением планеты. Ведь главной преграды на пути к миру больше не существует. Понятно, что теперь цены на нефть пойдут вниз. Ведь раньше арабские страны таким образом пытались надавить на Израиль и его союзников. Теперь на Ближнем Востоке установится мир, и у нас будет дешевый бензин для наших автомобилей. Вот и биржа уже пошла вверх. И в заключение выпуска «Форум» – слово настоятелю буддийского монастыря Пеме Цхерингу.
Все объекты во Вселенной стремятся от сложной формы к простой, от порядка к хаосу. Ученые называют это энтропией. И только живые организмы развиваются в обратном направлении, двигаясь по пути эволюции, от простого к сложному. То же самое происходит и в человеческом обществе. Есть страны и народы, которые двигают цивилизацию вперед, а другие, наоборот, тянут человечество назад, в прошлое, к примитивной жизни. Между двумя этими силами идет постоянная борьба. То, что сейчас происходит в мире, это не битва цивилизаций, а война цивилизации с варварством. Израиль – пример государства, которое было устремлено в будущее. Евреи вообще народ-катализатор. Там, где они появляются, происходит резкий скачок вперед. Это их функция в мире. Естественно, не всем это нравится. Люди вообще очень настороженно относятся к новому. За это евреев, кстати, и не любят. Слишком уж они выделяются. И снова тревожные вести с Ближнего Востока. По непроверенным данным, законное палестинское правительство в полном составе покинуло Иерусалим на частном самолете, который взял курс в неизвестном направлении. Вся власть на территории бывшего Израиля и палестинской автономии практически принадлежит Хамасу. Впрочем, вокруг царит полнейшая анархия. Из сектора Газа по территории Египта было выпущено несколько ракет. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Братья-мусульмане». Я хочу однозначно заявить, Египет не потерпит никаких посягательств на свою территорию. Мы не Израиль и не будем церемониться с фундаменталистами. Мы уничтожим их. Всем, включая Тегеран, должно быть ясно, мы ни перед чем не остановимся, чтобы защитить свое государство и свои национальные интересы. Что касается Иерусалима, то на его святыне мы имеем точно такое же право, как и другие мусульманские страны. Я считаю, что будущее Палестины должно быть урегулировано на специальном совещании Лиги арабских стран. В подтверждение этих слов корабль египетского военно-морского флота произвел сегодня несколько выстрелов по побережью сектора Газа. Есть жертвы, но о точном количестве погибших пока не сообщается. В Тегеране прошел военный парад, посвященный очередной годовщине Исламской революции. Публике и средства массовой информации были продемонстрированы новые ракеты, способные поразить любую цель не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. С этой трибуны я заявляю, что никто теперь не остановит нас в разработке собственной мирной атомной бомбы. Наша бомба будет использована только для защиты интересов ислама. Иранские ученые работают, не покладая рук, чтобы превратить наши мечты в реальность, и наши средства доставки совершенствуются изо дня в день. Вне пределов досягаемости остаются пока только Исландия и американский континент. Но и это дело времени. Иран будет отстаивать интересы шиитов во всем мире, в том числе и в Палестине. Мы возмущены сегодняшней ситуацией там. Только мы по-настоящему поддерживали палестинское освободительное движение. Тысячи героев Хизбаллы погибли в борьбе с сионистами, и теперь Хизбалла имеет право решать судьбу этой земли. И прежде всего Иерусалима. Если нападения на шиитов в священном для ислама городе будут продолжаться, Иран защитит их всей своей мощью. Я надеюсь, что и в Египте, и в Саудовской Аравии внимательно меня слушают. В Дамаске президент Сирии выступил перед парламентом страны. Вопрос голландских высот решен. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Государство Палестина никогда не существовало, но арабская нация поддерживала идею его создания только в интересах нашей борьбы. Сирия, Ливан, Иордания и Палестина с древних времен составляли одно целое. И теперь они снова должны объединиться в Великую Сирию, частью которой будет Иерусалим. Сегодня наши войска перешли бывшую границу с Израилем. В ответ на выступление сирийского лидера, министр обороны Египта сделал специальное заявление. «Нас не интересует Газа. Она не нужна никому.
Израильтяне умоляли нас забрать ее себе, но наша позиция неизменна. Эта земля была и остается палестинской. Мы не собираемся решать чужие проблемы. Вместе с тем, египетский народ выразил желание взять под свою опеку святые для мусульман места. Мы не допустим шиитского контроля над нашими святынями. Наши доблестные вооруженные силы приведены в состояние полной боевой готовности. Тем временем в самой Палестине свирепствует эпидемия верблюжьего гриппа. На помощь местным медицинским работникам прибыла специальная миссия организации «Врачи без границ». Мы уверены, что это происки евреев. Загадка их исчезновения из Палестины до сих пор не раскрыта, но они продолжают вредить арабам даже из своего тайного укрытия. Мы думаем, что имеем дело с так называемым этническим оружием, специальным вирусом, который изменяет арабскую генетику и может превратить правоверного мусульманина в иудея. Ливанские власти продолжают настаивать на ликвидации лагерей палестинских беженцев на своей территории и переселении их обитателей на освободившиеся земли. Ливанская армия окружила лагерь беженцев Нар-аль-Барет, заявив, что в случае отказа жителей повиноваться, депортация будет произведена силовыми методами. Мы столько терпели и ждали, но Палестина так и не стала спокойным местом. Теперь там снова война, только воюют арабы между собой. Зачем нас гнать туда? Министр иностранных дел Сирии Али Хабиб Махмуд, находящийся в этот момент на конференции, посвященной сотрудничеству между мусульманскими странами, следующим образом отреагировал на действия ливанцев. Наши ливанские братья должны понимать, что вопрос возвращения палестинских беженцев больше не актуален. Палестинцы – часть арабской нации и могут прекрасно жить в любой точке арабского мира. Если семья переезжает из одного города в другой, это не делает из нее беженцев. Да, мы придумали беженцев для нашей идеологической борьбы против Израиля. Но сейчас об этом уже можно забыть. Сотни миллионов во всем мире ежегодно меняют место жительства. И в этом нет никакой проблемы. Из Афганистана поступило сообщение о сделке, заключенной с похитителями 4 солдат из международного миротворческого контингента. В обмен на освобождение пленных представители западных стран согласились освободить из европейских и американских тюрем 300 террористов, отбывающих различные сроки наказания. Впрочем, исламские фундаменталисты, судя по всему, рассчитывали на большее. Мы пошли на большие уступки в переговорах с неверными, хотя для нас это был невыгодный обмен. Хочу напомнить, что евреи даже за тела своих солдат давали вдвое больше. Усиливается напряженность вокруг Ирана. На этот раз в конфликт оказалась втянута и Россия. Тегеран заявил, что если Москва и дальше будет продолжать поставки оружия арабским странам, то Иран перенацелит свои ракеты на Москву и Санкт-Петербург. В самой Москве прошел марш русских националистов против мусульманской угрозы под лозунгами «Мусульмане вон из России, Россия для русских». Кроме того, как обычно, они обвинили во всех бедах масонов и евреев. В аэропорту Франкфурта из-под конвоя был освобожден один из лидеров Аль-Каиды, захваченный американцами в ходе спецоперации в Пакистане. Гражданский самолет с заключенным на борту направлялся в США и совершил промежуточную посадку. Ни одна из европейских стран ордера на арест подозреваемого не выдавала, поэтому в соответствии с буквой закона террорист был освобожден прямо в зале ожидания, после чего вылетел на Ближний Восток. В Париже проходит международная неделя моды. Наблюдатели отмечают, что в этом году явно прослеживаются восточные тенденции. Впервые на главный европейский подиум вышли модели в хиджабах. Дизайнеры уверены, что этот головной убор произведет такую же революцию в женской моде, как в свое время галстук мужской, и станет неотъемлемой частью облика современной женщины. Согласно исследованиям социологов, все большей популярностью среди западных женщин пользуется жизнь в гаремах. В числе положительных сторон традиционной для ислама формы семейных отношений опрошенные женщины особо отмечают чувство защищенности, надежности и уверенности в будущем.
В Европе прогремели сегодня несколько взрывов. Террористический акт в столице Испании отличается особой жестокостью. В Мадриде в годовщину печально известного теракта 2004 года снова был взорван пассажирский поезд. Десятки человек погибли, сотни получили ранения. Медики и пожарные продолжают спасательную операцию. Из искореженных вагонов извлекают все новые тела. Ответственность за теракт взяла на себя неизвестная до сих пор организация «Фронт освобождения Кордовы и Гренады». В разосланном по редакциям средств массовой информации заявлении исламские фундаменталисты называют Пиренейский полуостров временно оккупированной крестоносцами территорией. Цель мятежников – восстановление исторической справедливости и реставрация исламского государства, которое существовало на территории Испании до 1492 года. В Лондоне мусульманская молодежь возле резиденции премьер-министра провела манифестацию, требуя отставки действующего правительства и реформы власти. Они также потребовали заменить Палату лордов Советом старейшин. А во Франции, в пригородах Парижа, жители мусульманских кварталов штурмовали магазины. В стычках с полицейскими пострадали 18 хулиганов. Двое стражей порядка были ранены. Один из них выстрелом из огнестрельного оружия. Арестовано 38 человек. В мечетях муфтии призывают к восстанию против иноверцев, издевающихся над исламом. В Ливане проходит неочередное заседание Лиги арабских стран. Участники встречи призвали все мусульманские государства проявлять сдержанность и не допускать эскалации напряженности в регионе. Кроме того, в проекте резолюции, представленной делегатам, содержится весьма необычное требование. Европейские государства обязаны компенсировать ущерб, нанесенный мусульманам в ходе крестовых походов. Европейцы ратуют за законность и справедливость, поэтому они должны взять ответственность за совершение своих предков и выплатить арабским странам репарации за нанесенный ущерб. Мы требуем выделить членам Лиги арабских стран 10 триллионов евро в качестве компенсации. Да, это очень большая сумма, и Евросоюз не сможет заплатить ее одним платежом. Сейчас ведутся переговоры о рассрочке. Надеюсь, нам удастся найти взаимопонимание и расписать сумму компенсации на 10 равных ежегодных платежей. В конце концов, эти средства пойдут на нужды слаборазвитых стран, и можно рассматривать их просто как гуманитарную помощь. В Иерусалиме глава управления древностями Шамих Алавна заявил, что произведенные в районе старого города раскопки однозначно доказывают, что никакой связи между Иерусалимом и евреями никогда не существовало. У евреев-сионистов не было выбора. Им нужно было придумать что-нибудь конкретное, чтобы оправдать свое присутствие в Иерусалиме, а затем распространить эту ложь среди европейских евреев. Вот они и назвали стену Аль-Бурак «стеной плача». Правозащитная организация People Rights Watch распространила сегодня отчет, в котором выражается протест против нечеловеческих условий содержания заключенных террористов в европейских тюрьмах. В частности, в документе отмечается, что приговоренные к различным срокам убийцы получают недостаточно сбалансированное питание. Заключенные жалуются, что не получают сливки к утреннему кофе. Уборка тюремных помещений проводится всего лишь раз в неделю. В некоторых камерах отсутствуют телефоны, и заключенные вынуждены пользоваться таксофонами, установленными в коридорах. А Европейский совет муфтиев потребовал убрать из христианских церквей изображения евреев. По мнению исламских религиозных авторитетов, евреи всегда ассоциируются с Израилем, и это оскорбляет чувства верующих. Римско-католическая церковь отреагировала довольно сдержанно. Братья и сестры, я призываю вас к терпимости. Мы должны отнестись с пониманием к требованиям наших братьев-мусульман. Конечно, мы не уступим ни в чем, что касается Иисуса Христа или Богородицы, но наша вера не пострадает от того, что мы не сможем лицезреть на стенах наших храмов изображения некоторых святых и апостолов. Они останутся в наших сердцах, зато так мы сможем сохранить хрупкий мир в нашем обществе. А в Нью-Йорке прошел учредительный съезд еврейской организации «Новые сионисты». Официальная цель движения – восстановление государства Израиль и репатриация евреев диаспоры на территорию нынешней Палестины. Новые сионисты считают, что у евреев есть историческое право селиться на святой земле.
Представитель Белого дома заявил, что официальный Вашингтон выступает против любых шагов, способных осложнить ситуацию на Ближнем Востоке. В США заканчиваются приготовления к Рамадану. Центром празднований в этом году американские мусульмане выбрали Вашингтон. Мечеть на Массачусетс-авеню в даунтауне не смогла вместить всех желающих, поэтому часть молящихся собралась во дворе. По оценкам социологов, мусульмане станут большинством на североамериканском континенте уже в середине 21 века. В Ираке продолжается гражданская война. В Багдаде сегодня с разницей в полчаса прогремели два взрыва. В центре района, заселенного шиитами, взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Погибли 118 человек, более 600 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя суннитская террористическая группировка «Интисар». Спустя 30 минут на базаре в квартале суннитов взорвался мощный заряд. Сообщается о десятках убитых и сотнях раненых. За последние три года в результате террористических актов здесь погибли 500 тысяч человек. Это во много раз превышает количество убитых за все годы израильско-арабского конфликта. Сегодня же в Саудовской Аравии в результате взрыва бомбы, произведенного террористом-смертником, погибли 5 солдат из контингента НАТО, дислоцированного на полуострове для защиты этой арабской страны от шиитских боевиков, базирующихся в соседнем Йемене. Спустя несколько часов в Великобритании прошел марш протеста против участия британских войск в военных кампаниях в Азии. Демонстранты забросали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью. 16 полицейских погибли, 48 ранены. А в Гренландии продолжается обильное таяние льдов. Местные рыбаки считают, что из-за потепления морской воды вся рыба ушла на север. Для нас это большая беда. Говорят, все эти катаклизмы происходят из-за евреев, которые вредят нам из своего тайного укрытия. По Юго-Восточной Азии прокатилась волна подводных землетрясений. Больше всех от цунами пострадали в Малайзии и Индонезии. Сообщается о 3000 погибших. В самой многочисленной мусульманской стране мира Индонезии считают, что буйство стихии не случайно. Я уверен, что все эти катаклизмы подстроены израильтянами. Это они насылают на нас все эти ужасные несчастья. Не прекращаются попытки разгадать тайну исчезновения израильтян. Ученые Берлинского университета опубликовали данные о полученных из космоса радиосигналах. Лингвистический анализ показал, что некоторые записанные звуки напоминают иврит. Поставки российской нефти и газа в Европу снова приостановлены из-за террористических актов, произведенных одновременно на нескольких центральных трубопроводах. Ответственность взяла на себя организация «Муджахаддин Аль-Руссия», боевики которой прошли тренировки в лагерях палестинского исламского джихада. Вследствие резкого сокращения поставок нефти с Ближнего Востока и из России, власти Евросоюза призвали население больше пользоваться велосипедами. В Вашингтоне в Конгрессе прошли слушания о деятельности армии США за пределами североамериканского континента. Проанализировав события на мировой арене за последние годы, конгрессмены порекомендовали президенту отозвать все боевые части из горячих точек и сосредоточиться на укреплении обороноспособности в пределах собственной территории, чтобы в итоге превратить Соединенные Штаты в неприступную крепость. Случаи захвата коммерческих судов пиратами в Индийском океане значительно участились после того, как правительство Исламской Республики Сомали, поддерживаемое Аль-Каидой, потребовало вывести из региона военные корабли западных держав. Мы не потерпим, чтобы наших военных моряков называли пиратами. Мы не бандиты, а исламские морские стражники. И имеем право не только остановить любое судно для таможенного досмотра, но и конфисковать груз. В конце выпуска, как обычно, программа «Форум». Сегодня свое мнение на актуальные события высказывает шейх Джаваль Муса.
Распространение ислама во всем мире, которое мы наблюдаем в последние годы, не означает, что все человеческие проблемы исчезнут сами собой. Мы должны вести себя достойно, думая о наказании, которое может постичь нас по воле Аллаха. Не исключено, что евреи – особый народ, это упоминается даже в Коране. Возможно, они вернутся, и мы должны серьезно задумываться над последствиями наших поступков. Иран произвел сегодня очередное испытание атомного заряда. По данным сейсмографических станций, силы взрыва хватило бы для уничтожения любого крупного европейского города. Испытания так называемой «мирной исламской бомбы» вызвали панику не только в соседних арабских государствах, но и в самом Иране. Опасаясь превентивной атомной бомбардировки сил НАТО, население больших городов устремилось к границам государства. Сообщается о тысячах погибших в результате давки. На границе с Азербайджаном миллионы этнических азербайджанцев, проживающих в Иране, прорвали пограничные укрепления и в массовом порядке устремились на территорию сопредельного государства, а оттуда в южные районы России. В Палестине продолжаются ожесточенные бои. Бывшая территория Израиля лишь немногим напоминает страну, которая существовала здесь несколько лет назад. Воды и электричества нет, не хватает продовольствия. По дорогам передвигаются только вооруженные боевики. Сторонники Хамаса ведут настоящую охоту за людьми Фатха и бывшими израильскими арабами. Хизбалла ведет массированные обстрелы позиций Хамаса с территории Южного Ливана. Будь проклят тот день, когда отсюда ушли евреи. Мы, арабы, не умеем жить в мире даже сами с собой. Кто теперь вернет мне моего сына? Больницы не справляются с потоком раненых. Медикаментов не хватает. Морги переполнены. В бывшем Тель-Авиве ночью сгорели университет и здание театра. Сведения о происходящем в Иерусалиме противоречивы. Попасть в святой город без риска для жизни невозможно. В Норвегии прошли похороны моряков и пассажиров, погибших во время теракта на круизном лайнере в Северном море. Евреи должны были уйти из Израиля 30 лет назад. Тогда сегодня в мире не было бы террора. Теперь мы пожинаем плоды той жестокости, с которой западная цивилизация относилась к мусульманскому населению планеты. На захваченном исламскими террористами корабле находились граждане 15 европейских государств. В ультиматуме, предъявленном руководителям Евросоюза, содержалось требование принять законы шариата и увеличить государственные ассигнования на постройку мечетей. После истечения срока ультиматума террористы взорвали круизный лайнер вместе с экипажем и пассажирами. Ответственность за теракт взяли на себя сразу несколько организаций. В частности, пресс-секретарь Хамаса заявил: «Скоро мусульмане будут править миром. Европейскому и американскому империализму пришел конец. Они должны заплатить за многолетнюю поддержку сионистского образования». В ответ на чудовищный теракт по Европе прокатилась волна демонстраций. В Амстердаме участники шествия протеста несли плакаты, призывающие к миру. «Самое важное, чтобы все жили в мире друг с другом. Если нужно, я лично готов принять ислам. Его либеральное течение меня вполне устраивает. Если это поможет сберечь жизни, почему бы этого не сделать?» В Вене покончил жизнь самоубийством председатель правозащитной организации Violence Watch Герберт Слоуин. В последние десятилетия добровольцы этой организации участвовали в антиизраильских митингах и демонстрациях в западных странах. Одним из требований правозащитников было немедленное освобождение всех террористов из израильских тюрем. В прошлом активисты Violence Watch ежегодно публиковали отчеты о нарушениях израильскими властями прав человека. Полиция обнаружила предсмертную записку. В ней только два слова: «Прости, Израиль». На рассмотрение Европарламента сегодня был вынесен проект резолюции о демилитаризации континента. По мнению некоторых фракций, отказ от атомного оружия и наступательных видов вооружений продемонстрирует мусульманскому миру миролюбивую политику Евросоюза. В то же время в Лондоне и Стокгольме одновременно прошли массовые демонстрации, участники которых протестовали против открытия очередной мечети в городе. Часть демонстрантов обвинила евреев в разложении боевого духа Европы.
По их мнению, евреи передали человечеству библейские идеалы гуманизма, которые лишают европейцев решимости и воли в борьбе с врагами. Один из организаторов шествия прямо заявил: «У Запада все еще есть огромное военное превосходство. Нечего церемониться. Нужно сбросить на них пару водородных бомб, и они сразу успокоятся». 18 человек арестованы за разжигание межнациональной вражды. А в Париже прошла демонстрация новой правозащитной организации «Здравый смысл». Организаторы акции призвали народы Европы бороться за силу мракобесия на континенте. Тут же была организована запись добровольцев в отряды самообороны. «Да, сегодня нас меньшинство, но мы должны заставить население Европы раскрыть глаза на происходящее. Ситуация становится нестерпимой. Каждый день в городах Европы взрываются боевики-смертники». «Мы должны остановить мусульманский радикализм. Иначе завтра мы потеряем главное достижение западной цивилизации – свободу». Обострилась ситуация на индо-пакистанской границе. Армия талибов практически полностью оккупировала штат Пенджаб и обстреливает ракетами пригороды индийской столицы. «Нас вдохновляют успехи наших палестинских братьев. Индия – большой Израиль. Если мы будем настойчивы, то это государство тоже исчезнет с лица земли». В Исламабаде также идет массовая запись добровольцев в суннитские батальоны для последующей отправки на гражданскую войну в Ираке. Количество волонтеров резко увеличилось после того, как стало известно, что иранские войска принимают участие в боях в Ираке на стороне шиитов. В ответ на агрессию со стороны Пакистана Индия выпустила по территории соседнего государства несколько ракет. Руководство страны заявило, что если военные действия не прекратятся, оно не остановится перед применением ядерного оружия. В Дагестане объектом паломничества стал очередной удивительный младенец. У 9-месячного мальчика раз в неделю на коже появляется странная пигментация в виде текстов из Корана. «Когда появляется надпись, он сильно болеет, сильно капризничает, что невозможно его на руках держать. Никакие снотворные, ничего не помогает». Исламские священнослужители после проведения собственной экспертизы пришли к выводу, что таким образом Аллах сообщает о приближении конца света. В Иерусалиме в мечети купол над скалой начал сочиться водой так называемый камень мироздания, который является святыней для трех мировых религий. «Согласно древним еврейским источникам, это явление предвещает день страшного суда». «Братья и сестры, сегодня мир стоит перед великим испытанием. Силы зла вышли из-под контроля. Тьма нависла над всем живым. Старинные пророчества начинают сбываться. Кругом ненависть и страдания, войны и смерть». «Ненависть к Израилю нас скрепляла. Теперь мы воюем друг против друга». «Израильтяне специально все это устроили. Они ждут, что мы перебьем друг друга и после этого вернутся». «Я не люблю евреев, но с ними было лучше». Yeah.